Полное описание и точный дата выхода пятой серии третьего сезона сериала «Жуки». Пятая серия сериала выйдет на ТНТ 8 декабря. В новой серии мы увидим, как Маслов пытается избавиться от новой участковой с помощью современных компьютерных технологий и Дениса, который умеет ими пользоваться. В реабилитации инвестора наконец-то наступает прорыв. Он начинает говорить. Маслов решает повысить уровень преступности в Жуках, чтобы испортить статистику новой участковой. Ночью пьяный, он обворовывает половину деревни. Денис с Катей помогают Никите ухаживать за инвестором. Напомним, пятая серия сериала выйдет на ТНТ 8 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.